Глазки-бусинки и словно плюшевая шерсть. Они еще неуклюжи, совсем малыши. Малыши, которые от рождения не знают любви и ласки. Промозглые ночи, голод и страх перед огромным миром. Они прошли через эти испытания и выжили. Увы, немногим так везет. Угольно-черные пушистые колобочки и активная девчушка с задатками охранницы. Как же радуются эти крохотные хвостики общению с человеком. Возьмешь на руки, замирают от восторга. Этих щенят совсем маленькими забрали с улицы, они еще не разучились верить в человека. Сейчас им 2 месяца, они ждут своих маму и папу, которые придут за ними и подарят им имя, которого еще нет. Как раз в этом возрасте щенки начинают впитывать информацию и осваивать простые, такие необходимые во взрослой жизни навыки. Но на передержке для них не могут сделать больше. Лишь в редкие минуты прижмут к себе, обещая долгую и радостную жизнь. Щенята стараются верить. Здесь одинаковых можно выбрать и мальчиков, и девочек. По характеру разные. Кто-то пойдет на охрану, кто-то спокойненький пойдет для души, компаньонам. Их можно приучить жить сейчас хоть где они, потому что очень маленькие. Как сами воспитают люди, такими они и будут. Щенки здоровы, привиты и обработаны от паразитов, вырастут средними. Сейчас они живут мечтами о теплом доме и о добром хозяине. Обещают быть преданными и встречать своего человека, весело виляя хвостиком. По-другому они просто не умеют. Если вы почувствовали желание подарить этим малышам счастливое будущее, звоните по номеру, который сейчас видите на экране. Желают пушистым крохам найти свою семью. Екатерина Пищальникова и Денис Шабанов.